Приветствую вас, дорогие друзья, с вами опять я, Владимир Дзюба. Пусть Бог благословит каждого из вас. И, как всегда, то, что мы делаем, каждое утро мы вникаем в Его Слово. И сегодня есть большое желание коснуться Евангелия от Иоанна, 1 глава, знаете, один стих, который в моей жизни произвел такую кардинальное такое изменение произвел. Когда ты знаешь, но когда Дух Божий касается, ты начинаешь понимать, потому что Бог начинает на это акцентировать твое внимание. По одной только причине Он желает изменить нашу позицию. И я сегодня хочу тоже поделиться этим откровением и своим переживанием, которое произошло в моей жизни. Итак, мы с вами читаем. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Я помню один такой момент в моей жизни, когда я стоял перед Богом и ревновал: «Господь, дай мне такое откровение, которое изменит мою жизнь, которое кардинально повлияет на мою веру». И, знаете, когда мы просим, искренне просим, Бог видит и Бог отвечает. И Бог как раз дал мне этот стих. Я так был удивлен, говорю: «Господь, я это знаю». Он говорит: «Ты должен не только знать, ты должен это понимать, и ты должен жить соответственным образом». И когда, знаете, мое сердце, оно открылось для того, чтобы Дух Божий, он начал научать и начал приносить понимание, откровенно я даже содрогнулся по одной только причине, потому что пришло осознание, чье я дитя. Благодаря тому, что нашей веры мы принимаем сегодня то решение и ответ, который Бог Отец предложил нам в Иисусе, это не проходит бесследно. Это то, что трансформирует нашу жизнь кардинальным образом. Мы становимся новым творением, не просто какой-то обновленный, но становишься новым творением, понимая то, что теперь все духовные корни, они сегодня связаны напрямую с моим Отцом. Поэтому, когда я слышу о каких-то родовых проклятиях, которые перешли к нам от наших родителей, у меня возникает такой большой вопрос, я ставлю такой большой вопросительный знак. Как это может быть, если сегодня я уже дитя Бога? Я сегодня уже не просто человеческое дитя, которым дали жизнь физические родители. Я сегодня дитя Бога, жизнь, которая пришла от самого Всемогущего Бога. Следующий момент – это то, что мои глаза не открылись, и естественно, в этот момент ты начинаешь видеть то наследие, которое приходит в твою жизнь благодаря твоей вере. Благодаря твоей вере. Целый народ израильский, они верой принимали то наследство, которое они получили через Авраама. Это было их основанием, их веры, это было их защитой, это то, что они дети Авраама. Послушайте, мы сегодня намного больше, нежели дети Авраама. Мы сегодня дети всемогущего Бога. И вот как раз здесь то, о чем говорит Иоанн, что он дал нам власть. Когда мы понимаем, знаем слово «власть», это позиция, это состояние, это наша позиция, которую мы занимаем в духе, которую Бог нас помещает в духе. Мы сегодня Его дети. Поэтому и сегодня есть необходимость даже в своем сердце взирать на небеса, понимая то, что там находится наш Небесный Отец. Поэтому апостол Павел римлянам пишет, что нам Бог не дал духа боязни, а мы получили сегодня духа усыновления. Поэтому в сердце нашем у нас уже сегодня есть понимание того, что мы приняты, что мы любимы Богом. И вот очень важно в духовном труде всегда стоять на этой позиции. Почему? Потому что есть враг, дух человеческий, дьявол, который всегда желает выбить основания. И даже когда может и колеблется основание нашей веры, всегда есть необходимость возвращаться на это основание, возгревать это в своем сердце, особенно когда вы стали на путь молитвы: «Я дитя Бога, я дитя Бога, я Его дитя». Если паспорт наш физический, он подтверждает то, что мы являемся, я сын Николая,
то сегодня Библия, она является для нас нашим паспортом и подтверждением того, что я сегодня дитя Бога, я сегодня имею, получил уже наследство и соединился благодаря вере в Иисуса с Богом. Поэтому пусть Бог благословит, и пусть никто не украдет ваше дерзновение, а если даже кто-то простирается на ваше дерзновение, возвращайте к своему основанию, постойте и скажите: я его дитя, поэтому я имею это дерзновение, поэтому я знаю, что у меня есть будущее во Христе, есть у меня будущее в нем, и никто не в состоянии меня похитить с этой руки. Почему? Потому что мой отец, он заботится и он печется обо мне, он моя защита, он мое прибежище, он мое упование. Помните, вы дитя всемогущего Бога. Он вас принял, и ничто не может изменить. Вы не какой-то усыновленный, вы принятый, вырожденный от Него человек. Во имя Иисуса. Аминь.